Юный самбист Егор Прокопьев 2 года назад пришел посмотреть, как тренируется в секции самбо его друг. Понравилось, и уйти уже не смог. Призовые места ждали Егора недолго. Ну и вот как первые соревнования, так же здесь и были, сразу 3-е место заняли. Как я поначалу проигрывал, мне кричали, что время мало стоит, по риску. Ну я как начал делать, все, получилось. Сегодняшний турнир для Егора не исключение. Снова победа над противником. Вместе с Егором в мероприятии участвуют еще 40 спортсменов со всего Иркутска. А это самые маленькие бойцы. В турнире могут принимать участие даже неопытные спортсмены. Дети маленькие, бойцы. То есть по сравнению там, с взрослыми у них азарт, желание победить. Естественно, огорчаются, если проигрывают. Так вполне нормально себя ведут на КВ. Ну, характерные, учатся быть мужественным. Я думаю, молодцы. Традиционный новогодний открытый турнир по борьбе самбо проходит в Иркутске уже 6-й раз. Ребята соперничают в 5 весовых категориях от 38 до 55 килограммов. Повышение спортивного мастерства, то есть, естественно, да. То есть, ребята, все равно они встречаются, да, на таких турнирах на городских общаются, знакомятся. И совместно потом, например, выезжают там на область, то есть уже они команда едут. Помимо наград за победы в весовых категориях, самбистов отмечают за лучшую технику боя и волю к победе. Также приз ждет тренера, чьи подопечные завоевали большинство наград. Галина Тюрнева, Любовь Фефилова, Александр Барановский. Новости сейчас.